Начинаю снимать про Майнкрафт. Да, давай выберем, например, с тобой вот этот вот. Давай мы выберем вот этот. Что у нас называется? Под названием Сына паркур. Демонстрировать эту башню. Скоро у нас будет сделано. Ну, так, давайте включим. 14 000. Кстати, да, я вижу способы умереть. Сейчас, я сейчас сделаю блюд ловушку. Подпишите блюда. Блюдки меня повезу. Смотри. Пошел там. Эти блюда. Они с тобой не смогли забыть. Брать твою жизнь. Все, дальше могу. Быстро. Давайте включим команду. Бирик. Так, где мне плиты? Кирпичик просто. Сюда, здесь, сюда, здесь, сюда, здесь, сюда, сюда, здесь, сюда. Но без этого просто ничего не могу. Алмазные вещи, даже алмазную дырку возьмем. С этой командой. Давайте включим гиф геомод. Питаться. Опа. Дырец зомби, чёрт, уходи. Такая вот крепость. Ну, пошёл. Вот так. Дальше вот так. Дальше вот так. Дальше мы сделаем вот так. Вот так. Это... И, кстати, мне тут надо погуляться, поэтому. Ах ты! Где стреляли? Ах ты! Криперы! Зачем я умер? Не было времени! И теперь надо искать ресурсы, которые... мы потеряли. Да иди еще, ты скелет. Я так выживать не собираюсь. Нет! Сзади вы же парики! На помощь! Это тебе не позволит. Отвалю тебе, ты как гонщик. Типа... Пошла, да. Нет, 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 нет. Надо искать пизда, хрен. Вот что это было. Ладно, ухожу с этого места.
Кира, кстати, этот свинный паркур, ну как типа расширенный уровень. Мир, давайте возьмем вот этот. Что это за мой мир 2? Кстати. Выхал один чест. Здесь. Рангвейл чест. Вот я тут. Ой. Что это за эти штуки? Я себе говорю. Эндерперлы. Кидаем. Не, куда носить? Опа. Вот так вот. Можешь умереть. Вот таком не стиле. Ну, хава бинчес. Где тут уже было? Ясно. Делаем, например, я научился действовать. Курсиром. Два, один, тридцать четыре. Два, один, четыре, восемь. Вот эти вот два кода мы уже поняли, что это за две кода. Ну, кстати, если мы заспавним какого-нибудь любого моба, например, типа слизня, типа, он будет понимать смертевой код. Что? Я его убил. Я получил этот кусок слизи. Я не могу. Ну, сейчас слизи, я же не могу добавить этот кусок слизи. И, кстати, сколько? 17.05. И, кстати, я создаю новый мир, чтобы было вам смешно. И, кстати, так далее и будем. Это Эндермен The Funny Moment. Это в 500 квест. Табличку на квест. Сначала, какой код уж эндерменского убийства? H. E. Z. X. X. Нет, Y. Лучше А. Б. С. Д. Обычно цветной, и даже убьем его. И сейчас он убьет с такой смешной кличкой.
понятно. Так спрашивай, сейчас вы засняли видео про Эндермена, которого я убил. Кстати, а вот так вот. А я так. Ну ладно, давай-ка мы выходим из этого мира, поэтому и самый последний в местном стриме это будет вот этот вот мой мир. Кстати, эта карта была особенно вот из... Они не будут. Давай генерируйся, ландшафт. Кстати, это просто ночь с этой ловушкой из прошлого. Которого уже... Я выпустил, и как что эти клипы... Да это уже... Да так... Это все за мистера Энковы сделано. Это все Энковы представил, что... О, в обновлении 0.16.0, то есть, нет, 0.14.1 взялся один инмод, кажется, в середине креперы, зомби и ведьмы. И дальше собираются забрать ресурс, типа, крипера и зомби, кстати. И отличие убивают, кстати, внешних людей. Кстати, ведьма скин. И я, кстати, попал на ёпку. Я забыл взять мод про броню. Ну, рассказать. Надо подальше уходить, а то... Что взорвется у меня крипер. Криперы! Придется взять. Придется с креатива взять. Взять броню, кстати, вот. Это дурацкое видео про Майнкрафт. Кстати, я снимаю. Вот это большой стрим. По 10 минут. Ну, я не знаю. Вот сейчас. Видите? Мы включим. Примерно зомби. Меня убьет скоро. И не будет показывать мой... Привет. Смотрите, я выгляжу как типа самое место. Очень скорее на солнце. Теперь могу избежаться. Горю уже теперь. Это все в режиме третьего лица. И, кстати, и убивает пивается. Третьего лица. Ну что, закончим этот обзор, кстати. И мы в конце я сделаю особенно смерть. Всем удачи!